Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Имин Шайхгасанов посетил плодоовощехранилище в Кизлярском районе. Объект стоимостью в 114 миллионов рублей реализован с помощью господдержки. Грант на развитие материально-технической базы был предоставлен сельскохозяйственному потребительскому кооперативу в 2019 году в объеме 68 миллионов рублей. Производственный объект, представляющий собой современный логистический центр со всей необходимой инфраструктурой, уже загружен продукцией весом более 2000 тонн. Это в основном морковь, тыква и картофель. Оставшиеся мощности хранилища заполнят до конца текущего месяца.